Бүгінгі күн тек оқушылар үшін емес, ата-аналар үшін де толқынысты күн. Себебі кешегі бүлдіршіндері бүгінгі күнде үлкен азамат пен бой жеткен қыз болып отыр. 11 жыл бойы жетістіктеріне қуанып, әр басқан қадамдарына қолдау көрсетіп отырған ата-аналар. Ендігі кезекте балалықты артқа тастап өмірдің жаңа белесіне аяқ басқалы отырған балаларының қуанышына ортақтасып келіп отыр. А мы, в свою очередь, хотели бы поблагодарить ваших родителей за то, что, выбрав нашу школу, доверили нам образование и воспитание своих детей. Следующее поздравительное слово предоставляется родителям выпускников 11 класса. Аллахавердиевой Эльвире Адалатовне. Жене Жигитаев Хайрулла Туканович. Құрметті түлектер, асабағалы ата-аналар. Құрметті ұстаздар, бүгін баршамызға өте қуанышты ерекше күн. Біреуіміз немеремізді, біреуіміз ұл қыздарымызды бүгін үлкен жолға, үлкен өмірге бата беріп шығарып отырмыз. Балалар, бүгін бәрдеріңіз үлкен мына оқушы боп, осы мектептің оқушы боп үлкен білім алдыңыздар. Бұл үлкен ата-ананың осы мектептің арқасы, ұстаздардың еңбегі. Сендерге тек қана ашық жол тілеймін. Әрқашанда бақытты болыңыздар. Армандарың орындалсын, ұшқанда биіктен көрейік. Біз болсақ өздеріңе қарай, өздерің жеңістеріңізге қарай қуанышты болайық. Көп рахмет. Дорогие наши дети, дорогие наши учителя, дорогие мамы, папы и все те, кто сегодня так или иначе своим сердцем почувствовал радость и счастье за этот момент. Этот момент, дорогие дети, он никогда больше не повторится. И я очень вам хочу пожелать, чтобы в ваших сердцах каждая секунда, каждое слово, каждое движение, каждое лицо, каждый взгляд, который вы сегодня ловили в течение дня на себе, был для вас тем самым огоньком, который будет всегда вас вести. Потому что сегодня все было посвящено вам. Вашему будущему, вашему прошлому, вашему настоящему. Какое бы оно ни было, ваше будущее, всегда верьте тому, что внутри вас говорит ваше сердце. Какое бы ни было ваше прошлое, всегда вспоминайте его с благодарностью и говорите всегда о том, что это ваш опыт. Какое бы ни было ваше настоящее, цените его здесь и сейчас. И, как говорил когда-то в своей прощальной речи, точнее, не речи, не прощальной, к сожалению, а именно речи на выпускном Стив Джобс, он всегда говорил о том, что любопытство — это начало большого пути. Оставайтесь, я вам тоже желаю, вот, чтобы вас вело всегда в этой жизни любопытство. Даже если в какой-то момент вам покажется, что что-то не так, всегда знайте, что этот момент вам был дан для того, чтобы снова сделать первый шаг навстречу вашему успеху, навстречу вашим победам. Ну а мы, родители, я думаю, мы всегда, самое главное, чтобы вы знали, что мы рядом, мы всегда будем вас любить такими, какие вы есть. И я вот хочу сегодня сказать, я вот даже вот поймала себя на мысли, ни на секунду не пожалела о том, что когда-то вот мы с супругом выбирали школу. Я уверена, что здесь каждый, да, поаплодируем, поднимите руки, кто здесь также считает, вот, и отлично, потому что именно школа для вас, как вы сегодня говорили, стала семьей, стала домом, стала вашим настоящим счастьем. И мы, в свою очередь, хотим тоже показать вам, как мы счастливы. И, Лия, пожалуйста, да, ну, помоги на сцену. Мы, в свою очередь, хотим, можно так с гордостью сказать, чтобы наши дети и наши коллеги-учителя были еще более счастливыми, да?
В общем, сегодня такой вечер, который вроде и последний звонок, а вроде и что-то выпускного, но впереди у наших детей вот такое шикарное путешествие, да, которое подарит, мы уверены, вам очень много эмоций. Поэтому, дорогие родители, спасибо вам. Все удивляются и говорят, неужели так может быть? Да, может быть. Дорогие учителя, дорогие директоры, завучи, библиотекари, все, кто так или иначе был здесь в этой школе, все, что в наших в сердцах наших детей, все это благодаря вам. Поэтому мы вас очень любим и хотим поздравить тоже маленькими сувенирами. Ну, мы, наверное, туда пройдем, да? Ну, а нашим детям в добрый путь, наслаждайтесь. Да, берите, получайте. Кто? Пошли. Это теперь ваше. Спасибо всем. Кошеметтириңіз, рахмет ата-аналарымызға. Большое спасибо родителям за такие теплые пожелания и слова. Ата-ана тәрбиелеп балапаның, әлдейлеп, аялаған алақаның, болашақта бақтылеп тұрасыңдар ойлауменен алдағы бала қамын. Енеше құрметтіліктеріміз, ата-аналарымыздың құрметіне қол соғып қойсаңыздар болады, әр уақытта сіздердің қастарыңызда. Бүгінгі кешімізді сіздердің құрметтеріңізге, аталарымыздың құрметіне әсем, ән шырқап көңіл күйлеріңізді көтеретін бүгінгі керемет кешіміздің керемет қонағын ортаға шақырайық. Ильдар Уадинов, қарсы алыңыздар. Добрый вечер, дорогие родители, дорогие выпускники. Поздравляю вас с этим замечательным днем. Удачи вам! Можете потанцевать? Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Мы этот мир перевернем, с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. Все поем! И... Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит голову.
Ягода малинка, ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка, номер один, сказка моя, где же мой джин, закатал бы тебя, реки-реки-реки-реки, ты у меня, вот бы сейчас с тобой, тра-ля-ля, да поля, пойдем со мной кино, а хочешь не в кино, да-да, хоть на луну, мне все равно, ягода малинка, чутика. Спасибо большое! Спасибо.